Это офис. Мы здесь получили ключи. Получили ключи, едем теперь в отель Ocean City. 18 августа, 18 год. Представляешь, какое совпадение? Поселяемся в отель. Какие башенки стоят? Света, это не наш отель, наш вот отель. А наш вот отель. Сделаю небольшой обзор, как мы остановились, в какой гостинице живем. Вот такой у нас вид из окна, третий этаж. Эти кусты здесь специально высаживают, чтобы при большом приливе не смывало почву. Волны довольно-таки большие, но смельчаки там вот купаются на досках и пытаются поймать волну, чтобы покататься. Также, когда здесь большие волны, то сюда съезжаются профессиональные серферы. Здесь бывают шторма, бывают наводнения и... Иногда к берегу подплывают акулы. Временное проживание, довольно-таки просторный балкон, и хорошо, что он закрыт, поэтому здесь можно выпить кофе. Я притащила сюда даже сушилку, там вот сушится покрывало, все было накрыто песком и водой. Здесь вход в комнаты. Нравится то, что здесь оставили зонтики от солнца. Есть холодильник. Здесь кухня, плита, там все ложки, вилки, кофеварка. Это здесь машина для мытья посуды и микроволновка. Вот это вот ванна, слава богу, нормальный душ. Но когда мы приехали, не было холодной воды. Здесь стиральная машинка, там сушилка. Ну и там моя спальня. В спальне еще один туалет. Это, конечно, одно из удобств. Вот такой выход у нас с номера. Там парковочка и скоростной лифт. Вот здесь такой проходик. Вот плохо, что идешь, и все окна сюда выходят, на балкончик общий. И если окно не закроешь, то можно все это подсмотреть, что там за окнами. Но я люблю открытые окна, поэтому аккуратно их открываю, закрываю, чтобы никто не залез. Везде пандусы. Ровненько все. И вот уже сразу начинается пляж. Песочек. Там еще отель. Вот здесь написано, что любой алкоголь на пляже опасен и запрещен. Вот здесь с балкона я смотрю, бегают крыски черные. Я сейчас иду на пляж, там собрались серферы. И они так вот, волны небольшие, они на них учатся заскакивать, потом падают. Ну, я пришла посмотреть. Вот тут старые, молодые, всякие. Дождались, пока спасатели уйдут. Вон кресло пустое. Вот сколько их по всему побережью рассыпались с досками. Молодец, удержался. Это нужно терпение еще вот так вот заскакивать и падать потом. Все падают. Я бы хоть бы на пузе прокатилась, у меня бы не получилось. Хочу показать, что вышли целыми семьями с детьми. Американцы молодцы, все-таки умеют получать удовольствие в жизни. Маленькие детки, взрослые.
Какие волны, они ж не боятся. Падают серферы, все, хочу поймать кого-то. Они все валятся. Красивый пляж очень. Уже заход солнца. Очень красиво. Воздух такой свежий. Ну как же здесь хорошо. Сидел бы часами. Сидел, слушал этот прилив. Как играют волны. Да, хотя бы раз в год нужно поехать в такие места. Это океан ночи, ничего не видно, там ездит машина. Ну, вообще, это такая, конечно, стихия. Вот волны все ближе и ближе, их не видно, не слышно шум. Завораживает, конечно. Потрясающе. Вообще потрясающе такое чувство. Эта машина чистит пляж, оказывается. Вау, такая громада. Рада, конечно, встретить такую машинку ночью. Отель Хилтон. Идем на экскурсию. Грамотная лестница. Мой муж говорит, что даже жил в таком отеле как-то. Вообще в такие отели имеет зайти право каждый. Его не выгонят, потому что это может быть потенциальный клиент. Здесь можно посидеть на интернет, да? Да. Если живешь здесь. А бассейн? Вот бассейн. Класс. Смотри. Угу. Класс. Пойдем. Посмотрим. Здесь тренажерная комната. Вот это коридор отеля Хилтон. Что значит стоп? Сюда назад. Блин. Мы пришли назад к тому же месту. Мы заблудились по коже. Заблудились, да. Вот еще один бассейн. Нашли какой-то парк аттракционов. Гуляли с маленькими детками. Сейчас 9:00 вечера. Для самых маленьких. Ресторан, капец просто. Все в песке, это сифуд. Хотели здесь посидеть, но здесь такой свинюшник. Так я не понимаю, что такое ван. Пошли, там еще одно есть место. Thank you very much. Okay. Очень большая порция. Ну, заказал себе
курицу, у меня здесь туна. Самым вкусным в этой забегаловке оказалась жареная картошка. Салат со свежих шампиньонов, то есть они даже не мытые, там видно какая-то грязь. Вот грязь на шампиньонах. Не могу это не отснять. Гуляют собачки, пенсионеры на машинках. Муж говорит, что замучился ходить, что хочет такой аппарат. Видишь, что тетки умные такие. Да, вот они так передвигаются, так живут пенсионеры. Им лень идти ногами. Они знают, что спросили у этой тетки, где ликерный магазин. Блядь, можно что, купить серьезно? Они спросили, где ликерный магазин ближайший. Она говорит, класс, вот так живут пенсионеры и инвалиды в Америке. Это не инвалиды, это просто ленячие ходиться. Какая прелесть. Китайский так называемый ресторан. Это здесь, это буфет, здесь супы. Кушай все, что хочешь. Вот здесь гарниры, салаты. Платишь $10-15. И... О, господи, кушаешь сколько сможешь. Там было мясо на крови, здесь креветки. Курица. Тефтели. Салаты. Всяческие гарниры. Здесь крабы. Кукуруза. Крабы я не кушала бы. Мне их жалко. Устрицы. Это рыба. Там спаржа и рис. Где-то есть еще десертный зал. Вот хочу показать, какие здесь штучки есть. Вот. Это шоколад. Обалдеть, как вкусно. Мы просто с мужем уже покушали. Сладкая, здесь какой-то заливной, кошмарная пицца. Ну, опять же, здесь попкорн шрифт. Это креветки обжаренные шрифт. Рыба. Ну, вот такой ресторан. Это буфет называется. Можно заказать еду на вынос. Ну да, здесь о фигуре. Стоит забыть. Мясо на крови. Ну, вернее, с кровью. Ужас какой. Прайс, то есть цена. Здесь все в два раза дороже, чем в обычных городах. Как бы это курортная зона, поэтому цены, конечно, кусаются. 40 баксов на человека, да? Да. Вход 39,99 на одного, да? На одного, да. Обычно это стоит 15-10 долларов. Гольф-клуб. Везде фонтаны. Сейчас двигается.
океан показываю. Погода не очень. Все время облачно уже 3 дня. Океан штормит. Только смельчаки, наверное, купаются. Такие волны. Волны ветровые. Вот там молодежь прыгает. Я когда-то тоже так плавала и не боялась. Сейчас как-то мне не очень хочется в воду идти. Разве что ножки помочить. И все. Здесь даже стоять не очень-то приятно с телефоном, потому что волна может такая сильная прийти, что собьет с ног. У меня уже было такое, что я лежала, как мне казалось, далеко. Пошел прилив, меня всю залило водой. Спасатель побежал кому-то, или спасатель, или что? Свистел. В результате его никто не слышал, там какие-то люди заплывали далеко. Вот он побежал. Ребенка вытаскивает, тут, видимо, уже стал захлебываться. Какие-то родители тоже куда смотрят. Что мне нравится, здесь очень мило. Песок очень чистый, убирается пляж. Парада. Ночью, когда стемнеет, чтобы никому не мешать. И утром я видела. Какой пиратский парусник плывет. Красивый. Алые паруса таки есть. Не могу понять, какое это чудо плывет. То ли лошадь на пароме, то ли что. Вот максимально приблизила. Даже не успела микрофон взять. Постоянно стоит, дирижирует спасатель, предупреждает о штормовой погоде. Вон там эти палаточки, там еду готовят, разносят. То есть они, видимо, готовят в ресторанах здесь поблизости и разносят всем желающим. Новостройки Ocean City. Чем дальше от центра, тем современнее дома. Вот такие гостиницы здесь уже новые. Вон, как спальные районы выглядят. Вот это уже новые гостиницы, их отстроили. Там, кстати, очень комфортабельные номера. Ну, это дальше от центра.